Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Чешуйчатку золотистую называют королевским опенком, который произрастает группами на ослабленных живых и мертвых деревьях, среди которых могут быть бук, дуб, береза, осина, тополь. Встречается с июня по октябрь, наиболее массово плодоносит в августе и сентябре. Шляпка 5-13 см в диаметре, с плотной мякотью, форма сначала полушаровидная или колокольчатая. Позже раскрывается и становится плоско-выпуклой, цвет шляпки золотисто-желтый. Ножка имеет длину 5-12 см, форма ее цилиндрическая, нередко изогнутая. Чешуйчатка золотистая относится к лечебным грибам, в ней содержится много минеральных веществ, среди которых магний, железо, кальций и натрий. В ходе ряда экспериментов было установлено, что в мякоти гриба содержатся компоненты, способствующие укреплению иммунной системы и стимулирующие ее работу. Чешуйчатка золотистая – гриб условно съедобный, в пищу употребляется в жареном, соленом и маринованном виде.